приехали к нам люди обезоружить вот таких малышек. Не знаю, кто козлик, кто. Один черный, другой такой. Это от одной козы, наверное, у них. Обезруживаться. Одного подстригла, сейчас второго подстригаю и забирает нашу одну собачку. Денька. Так. Лекса. Кто это? Что это вообще? Что это, кто это? Ну что, где? Убежала? Убежала. Твоя собачка, чего она? А, поесть они любят. Эй. Она не поймет, почему она одна осталась-то, да? Вон твоя хозяйка, да? Вон. Вон. И побежала. Ну, хоть одну пристроили в добрые руки, там, конечно, будут любить. Ну и хорошо, и слава богу. Угу. Посмотрите. Что? Пойдем? Ты меня уже ждешь, я задержалась сегодня, ага. Дай. Эй, красавчик. Козел, палки тут всякие, лопаты, да, мешаются, понаставили. Что? Что я слушаю? Пора бы уже. Ну вот. Привет. Ну вот, постоянно одна и та же картина. Тут-то шоколадки, но он не дурак. Он как вылез, так и забежал. А этот дурик сейчас будет залазить в кормушку. Все, назад же он к себе уже, у него мозгов не хватает обратно запрыгивать. И не запрыгнешь. Да, сейчас будем перекидывать тебя. Ага, а ты вот он стоишь. Типа ты коза, да? Спрятался тут. Вот. Вот, слушайте. Вот это значит, что у нас помыло сильно нервничает, когда она... Кто-то орет дурниной, а помылка такая, видите, она прям вот в глаза мне смотрит. Вот она сейчас сильно нервничает, да. Вот такая она послушная, спокойная. Вот это значит, когда она... Это значит, что прям вот крайняя степень. Она взволнована. Да. Пойдем. А заюха стоит уже, как всегда, я смотрю. Выходи давай. Опять что? Видите? Опять мы застряли. Зай, ну ты же умная коза-то была, а? Что случилось? А потому что здесь вот этот Иванушка наш. Да, уже все знаем, кто. И это к нему лезет. Ну, так и будешь стоять? Вот не буду вытаскивать. Это традиция у нас такая. Полезть к этому козлу. Застрять и стоять так. И тоже молчать, самое главное. Это хорошо, я вижу, знаю, потому что она должна с матерью выбегать в это время. Вон, к другу, тут уже друг ждет. А она стоит. Орет, визжит, конечно, с каждым днем-то она больше и больше становится. Еле-еле, прям уже, я не знаю, у нее когда-нибудь уши отломятся. Вон, побежала, вон, головой махает, ушами своими гремит, видите? Больно. Когда-нибудь так отвалится уши, будешь залазить туда. Туда-то проскакивает, а оттуда все. Я тащу, и прям тащу уже с силой с такой. Ну, потому что знаю, что по-другому никак не сделаешь, не вытащишь ее. Видите, ходит и ухи свои топырит. Больно. Ой, козел, ты все за свое, а? Угу. Больно, вон нервничает, мечется. Ой, у меня сегодня, представьте, распорядок нарушился. Я вот из сарая еще дела не доделала. Красавчик, вообще, прошу прощения. Вообще. Три, хотела сказать, богатыря. Где? С белой лапкой это мальчик серый, а это девочка. Вот эта девочка. Осталось два мальчика. И девочка, что-то у меня сегодня вообще с головой, голова болит. Ну, событий много прям с самого утра, туда-сюда, туда-сюда. То я прям планомерно знаю в сарай все мои четкие действия, с сарая сюда, к индюкам. А это, представляете, я их вывела, схватила воду, потащила, а им не положила сена. И вот они здесь страдают. Да, Алтай? Или не очень-то и страдаем?
Да? Ну еще му, могли бы поковыряться пока здесь. Смотри, вон Тони сделал травинку. Пока бы занялись, хоть здесь что-нибудь нашли бы, да? Чтоб зря без дела не стоять-то просто так. Ну, и занялись бы пока. Ну вот хоть по несколько травинчик. Забыла, представляете? Вот. И уже не стала оттуда убегать. Уже додоила, козлят докормила. Вот. А сейчас он что-то скажет. Сейчас он что-то скажет. Или ничего не скажет. Просто, просто позволит на него посмотреть. Да. Угу, хватит. Ну и хватит. Чтоб сильно не радовались от любований. А, все, пойду. Сена, Дин, ну не буду выпускать вечером. Ребята вас выпустят. А ты представляете, здесь открываешь, и вся толпа высыпается. Господи. Ой, они такие сладкие, да? Они так... Вас кормили с утра, не обманывайте людей. Господи. Козлы голодные, видишь, молчат стоят, а ты орешь. Задавите. Лекса возлегает, вот кому на снегу, на льду хорошо. Ну все? Ну все, довольны? Кто тут все причитает? Тунис, ты что там? Что-то мурчит непонятно. Кто замолчал? Вот так надо было, да? Надо было так сразу, да, с утра. Другое дело, а то хозяйка тут что-то мотается туда-сюда. А, все, буду теперь. Растерял. Потягушки. О, полежи пока, ложись, полежи. Не, я не к тебе, Лекс. Я пришла уже козам. Козам накладывать эту штуку. Сено. Hi.
Вперед. Сейчас еще прямо где уже есть проталинки, но они такие подмороженные. Так, видишь, так на скорости хорошо так проскакиваешь. Легко.